У нас есть прекрасный корень, напоминающий девчоночье имя. Ира. И таких корней очень много. И чередований там очень много. Выбирать. Но я что сделаю? И чередуется с Е. Еще слово. Выбирать. Выберу. Это значит, я совершу некоторый выбор. А значит, в следующий раз я могу еще раз кого-то выбрать. Давайте посмотрим, какое у нас чередование здесь. Бир. Бер. Бор. И бр. Вот такое сложное чередование, да? И чередуется с Е, с О и ни с чем. Да, с нулем звука. А это что, такое древнее слово? Это действительно очень древний корень. И на самом деле таких корней довольно много. Вопрос, где мы пишем И? Там, где мы видим суффикс А. Хотите наоборот, видим суффикс А, значит пишем И. Здесь видим суффикс А? Нет. Здесь видим? Нет. Здесь видим? Нет. Продолжите, пожалуйста, ряд. Задирать. Сами продолжайте. Я что сделаю? Задерю. Хорошо. Но по-другому немножко. Задру. Задеру. Задирать. Я задеру. Правда? И это будет некоторый задор. И можно будет в конце концов кого-то задрать. Конечно. Очень похожие формы. Выбирать, задирать, вытирать. Я что сделаю? Вытру. Вытирать. Корень тр. А здесь этот корень тир. Я могу что-то вытереть. Правда? С корнем тер. Правда, у меня здесь ничего не будет. Я не могу вытурить, да? Нет, можно. Вот я не могу сказать вытор. Вытарить, в принципе, это дорогу проложить. Протурить. Да. Протурить. Это тот же самый. Да. Конечно, тот же корень. Тор, тр, тир. То есть сделать что-то чистым, свободным. Вытереть доску. Вытру доску. Вытирать доску. Отковать. Протурить дорогу. То есть сделать ее свободной. Я пишу И в корне, если есть суффикс А. Давайте еще что-нибудь чуть более мрачное. Умирать. Умереть. Но умереть. Правда? Мор. Морить. То есть нести всем смерть.
Да? Например, морить тараканов. Морить червяков. Уметь. И, наконец, мру. Просто мру. Чем идет чередование? Мир, мор, мер. Бессмертный еще. Бессмертный. Там корень по происхождению мер. Конечно. Попробуйте еще сами придумать такие же корни. Где было бы? В корне и, в суффиксе а. И где бы чередование шли? Презирать, убирать. Презирать, презреть. Согласен? Еще? Пир, я думаю, слово. Корень есть такой. Пировать не пойдет. Чуть по-другому. Из-за. Чуть-чуть по-другому. Из-за. Из-за это что? Корень? Нет, ну... Корень еще. Зреть. Зреть. Взирать. Зреть. Взирать. Взор. Из-зри. Из-за. Взирать. Из-за. Так, еще. Убрать, забирать. Как? Убрать, убирать. Подходит тот же корень бир. Давайте еще какие есть корни. Их много. Как? Презреть. Вот. Смотрите, вспомни. Презирать есть. Презреть есть. Еще. На самом деле подсказка простая. Перебирайте согласные. Да. Дир, конечно. Задирать. Задиру. Задира. Да, пойдет. Подходит. Задирка. Бир уже у нас. Задирать. Задиру. Пойдет. Еще. Задира просто пойдет. Кто такой задирак? Я не знаю. Так, еще? И... Рекламу прошла. Еще? Ир. Ир? Раз, пример. Можно? Слово. Вот спирт, я придумал хорошо. Давай слово придумаем. Спирит оира. Конечно. Оира. Конечно. Спирит. Заберет. Запру. Запор. Я сам себя заперел. Что? Да. Запер. Да? Я себя запер. Но не нужно себя запирать. А все равно ты ключ. Ты же если себя запер, то ты не можешь вытянуть ключ. Итак, запирать. Запереть. Замусорить не пойдет. Замусорить. Замусорить не пойдет. Нам нужно вот это сочетание. Ира. Помните? Запирать. Запереть. Еще. Сами. Забрать, забрала. Тот же корень, да? Забрать, заберу, заберешь. Задирать. Еще. Итак, если вы встретились вот с такими корнями. Пир, пир. Пир, пир. Тир, тир. Дир, дир. Дыр. Что нам делать? Нам смотреть на суффикс. Если есть суффикс «а», значит точно в корне «и».
Забирать. Замирать. Задирать. Задирать. Выбирать. Итак, смотрим в этом случае на суффикс «а». Есть он есть, значит, в корне «и».